Арт-фестиваль «Роза ветров» проходил на большой сцене Нижегородского театра юного зрителя. Коллектив «Контем» детской школы искусств представил на суд жюри 4 танца в разных номинациях – народный танец, народный стилизованный, современный и эстрадный. Участники коллектива высоко оценили и свои выступления, и работы других участников. Мы не в первый раз выступаем, поэтому было легко. Главное – построиться на сцене правильно. Мне понравились наши выступления. В принципе, мы хорошо станцевали. По словам руководителя коллектива «Контем» Татьяны Елагиной, участие в конкурсах помогает детям наработать опыт концертной деятельности. «Роза ветров» – уникальный проект, который на протяжении 26 лет содействует развитию культуры детско-юношеского творчества, знакомству руководителей и детей с новыми тенденциями в искусстве и педагогике. Для нас это был очень интересный опыт посмотреть работу таких больших, скажем, масштабных, да, коллективов, в которых большой объем детей. У них совершенно идет другая система работы в плане развития детей, да, детской хореографии, вот, потому что там идет уже базовые танцы танцуются, можно сказать, десятилетиями. Профессиональное жюри оценивало работу участников, а с педагогами обсуждало каждый танец и давало рекомендации, как улучшить технику выступления и постановку в целом. По результатам фестиваля «Контемп» стал дипломантом первой степени в номинации «Эстрадный танец», лауреатом второй степени в номинации «Народно-стилизованный танец», лауреатом третьей степени в номинации «Народно-сценический и современный танец».